Говоря о празднике Святого Крещения, мне бы хотелось обратить особое внимание на то, что в этот день особые чувства испытывают не только православные христиане, и к Иордане, да, так называемым прорубям, приезжают не только православные, но и мусульмане в частности, и с удовольствием купаются, и верят, что это действительно прибавляет сил, здоровья, радости. Как вы к этому относитесь? Нет, ну как можно к этому относиться? Конечно же, положительно, хорошо и радует. Во-первых, здесь, вы знаете, говорю, в 90-х годах у нас пошла такая традиция в городе. Приходов еще было очень мало и в самом городе, и в Кузнецком районе. Но ощущение, понимание, что у людей вот так появилась жажда к церковным каким-то праздникам, таинствам, приобщению, порой это доходило до дикости, потому что люди не знали, как себя вести и как в этом принять участие. Но знали, что что-то надо, вот, и это потребности души. И мы стали традиционно и освещать и проруби, и по сути все источники, водоемы, которые у нас вот поблизости у города есть. И, конечно же, приходили люди разного возраста, в разном состоянии, надо тоже это подметить, и, наверное, разных религиозных и политических убеждений, конечно же. И вот тогда мы ставили основную задачу, чтобы церковная традиция и участие людей в церковных торжествах, они в обществе развивались. И порой мы, наоборот, шли уже в народ и помогали людям ощутить себя не чужими при совершении церковных таинств, а наоборот, реальными участниками. И порой действительно люди снисходили в эти Иордани, может быть, не всегда задумываясь об этом акте. Хотя церковное отношение к купаниям в крещение, оно неоднозначно. Никакие правила, никакие церковные определения не носят характер, даже рекомендательный по отношению к тому, что в эти дни надо купаться. Каждый, во-первых, должен этот акт совершать, исходя из своей личной готовности. Во-первых, если он относится к этому как к святыне, то надо прежде всего относиться с трепетом, иметь глубокую веру, чтобы вот это купание, омывание крещенской водой даровало человеку действительный результат. Второе, конечно же, нельзя и пренебрегать своим здоровьем, потому что для одного человека купание вообще в холодное время это является нормой, потому что он обливается там водой, и для него, для его организма это не будет таким стрессом. Для иного же это может явиться стрессом. Поэтому вот то, что купаются в крещение, это хорошо, но это не является доказательством того, что вот люди все охвачены вот эйфорией праздника. Что касательно людей других вер и религиозных взглядов, то, вы знаете, мы все люди. И порой, живя в определенном обществе, в определенных условиях, мы даже того не замечаем, а становимся носителями той культуры, которая нас окружает, и той традиционности. И поэтому то, что некоторые собратья-мусульмане поздравляют нас, христиан, и с Рождеством, и с Пасхой, и также на Пасху, например, красят яички, и также подают, и также участвуют, это говорит о том, что в нашей стране сложилась уникальная обстановка, когда мы разные по своим религиозным взглядам, но все равно мы стараемся быть сопричастными общим каким-то традициям, уважительным отношениям друг к другу. Вот это уникальность нашей страны. И в крещение, как вы подметили, то, что здесь купили, спешат все, это является подтверждением этого, что все-таки мы единый народ, несмотря на какие-то другие аспекты.